Чтобы не как корова на льду. Из-за раннего похолодания на улицах кубанской столицы случилось множество ДТП. В основном из-за халатного отношения водителей к смене резины. Профессионалы шинного рынка рекомендуют переобувать колеса, когда на улице температура уже плюс 7 градусов. И сейчас самое время. Какие шины выбрать, шипованные или нет, какие действуют выгодные акции. Об этом и других деталях нам рассказал представитель сети Вирбак Авто Вадим Виткунас. Если автовладелец эксплуатирует автомобиль преимущественно в городе с открытым асфальтом, без отсутствия обледенелости, я бы все-таки порекомендовал обычную зимнюю фрикционную шину, в простонародье так называемую липучку. Ярким примером являются шины Continental Conti Viking Contact 7 с технологией, позволяющие уверенно себя чувствовать как на обледенелом открытом асфальте, так и при хорошем снежном покрове. В этом году компания Вирбак Авто для своих клиентов подготовила уникальное предложение при покупке зимних шин. Здесь не только шиномонтаж, но и станция техобслуживания с 10-летним опытом работы. Для клиентов сети подготовлены три подарка. Шиномонтаж, диагностика авто и сход-развал. А также в декабре пройдет розыгрыш 22 сертификатов на годовое техобслуживание и ремонт. Специалисты делают это качественно, с гарантией до 1 года на запчасти и работы.